Стекла, бумага и одноразовая посуда – такие дары оставляют природе люди. Волонтеры уже третий год прочесывают верхний кандинский заказник, избавляя леса от бытового мусора, который оставляют отдыхающие. Инициировали экологическую акцию сотрудники заповедника «Малая Сосьва». Начинание поддержали неравнодушные жители. В этот раз участники экологического десанта собрали 40 мешков мусора. Любители природы не только возвращают лесу первозданный вид, но и принимают профилактические меры. Мусора меньше не становится. Мы показываем ужасающие фильмы, снятые. Очень много в интернете есть разных роликов на данную тематику, какой вред приносит пластик, стекло, металлические банки нашей природе. Работа ведется, но пока население почему-то у нас вот так вот потребительски относится к местам отдыха, которые находятся недалеко от нашего города.